Второй тайм уже мы выйдем, переиграем. Мы не старались, но, блин, не дожали. Но все равно было классно. Побежали! Гордость за вас была, честно. Да, спасибо. Пошли! Было приятно, другие российские команды все набрали. Побежали! Там толпы, вообще просто так нет. Думаешь, такая красная? Узбеков когда было? Бери, бери! Узбеки же подошли, когда сказали. Ты все равно встань, а сказали, что там мы можем хоть сколько заменить, да? Да. Давай, давай, давай.
Стоим, стоим. И... Вот толчок, бей! Я думала, у тебя что-то с рукой, что замотано. У меня с ногой, с рукой. С ногой, с рукой? Господи. По-моему, первый тайм уже. Первый тайм, да? Да без разницы. Да? С боковым. Вообще лицо не видно. Андрей, который умеет? А у меня нет ясен.
Вперед! Ему дай Алис, быстрее! Да нет, они в зачетку заползают потихоньку. Там же по метру. Ну что за тишина такая стала? На одной волне, да? Поэтому так и получается, по чуть-чуть, видишь, уже. Я скажу папе, и вашему телефону, пока не пойдем. Браво! Это игровой момент. Ну что за дела опять, а? Не провоцироваться. А что провоцирует? Всю жизнь провоцирует. И что теперь? Пойдем, сына, да. Хорошо, Тима, делай. Иди!
Илюса зовут его. Илюса. Ага. Хорошее имя. Для него это кажется...